Привет, YouTube! В сегодняшнем видео познакомлю вас с отличным рюкзаком от украинского бренда Velmet Armor System. Поехали! Но для начала, в ответ на постоянные вопросы о бренде, под моими обзорами на их продукцию, будет небольшой рассказ о самом производителе. Итак, рождение бренда пришлось на далекий 2014 год. Начиналось все как волонтерская помощь украинской армии, обеспечением жизненно необходимой экипировкой, бронежилетами и снаряжением от сторонних производителей. За время волонтерского движения была проделана серьезная работа по организации и передаче на передовую всего необходимого. На постоянно возникающие проблемы с несоответствующим уровнем качества тактической экипировки и снаряжения, несоответствие ее спецификациям задач, возникших тогда на востоке Украины, подвигли к решению руководства компании создать свою новую ветку современной тактической экипировки. Скоро появилась торговая марка Velmet Armor System по проектированию и пошиву тактического снаряжения, отвечающего всем мировым стандартам качества. Главным вектором развития бренда Velmet Armor System стала экипировка для специальных подразделений, разведчиков, если хотите, так как за многие годы именно эти подразделения отставали по уровню обеспечения современным оборудованием и срочно нуждались в получении такого снаряжения, дабы иметь превосходство в выполнении служебных задач на поле боя. Ведь экипировка именно для них должна быть максимально надежной, легкой и комфортной при использовании. Инженерами Velmet проведена огромная работа и накоплен бесценный опыт в этом направлении. В производстве используются лучшие образцы современных материалов и фурнитуры мировых брендов, таких как 2M, UTK, оригинальная кордура, которая не светится в приборах ночного видения и прочее. При разработке используются комбинированные материалы, к примеру, 500-я и 1000-я кордура для одновременного придания прочности, снижения веса и цены готового изделия. На текущий момент компания Velmet Armor System – это первый и единственный в Украине производитель стрелковых гонгов, мишеней, тиров, как для спортивной стрельбы, так и для обеспечения боевой подготовки полигонов и стрельбищ частей нашей армии. Думаю, вы согласитесь, что в условиях современности это очень актуально и позволит колоссально повысить уровень стрелковой подготовки подразделений специального назначения, спортсменов и простых любителей пострелять. На текущий момент продукцию бренда широко используют за пределами нашей страны. По просьбам спецназовцев были разработаны и запущены производства легкие бронежилеты модели Перу, к ним защитные бронеплиты, эргономичные подсумки на молле под большинство армейских специальностей с маркировкой Special Force. К примеру, предлагаются подсумки для снайперов, пулеметчиков, медиков, тактические транспортные сумки, снайперские и штурмовые рюкзаки, фарбелты и современные ременно-плечевые системы. В каждом изделии производителям заложены главные принципы работы компании – качество, эргономичность, надежность и комфорт. Выполнение данных принципов Velmet Armor System контролирует с момента закупки материалов и до отправки изделия потребителю. Будьте уверены. Снаряжение постоянно модифицируется и совершенствуется благодаря обратной связи с бойцами подразделений 3-го и 8-го полка, морским центром специальных операций, 95-й аэромобильной бригаде и 140-м центром специального назначения, которые вносят свои корректировки и пожелания, исходя из условий эксплуатации и поставленных реально боевых задач. Также экипировка модифицируется путем использования комбинированных материалов. Это позволяет снизить вес и уменьшить ее габариты при сохранении надежности использования. При первой подгонке снаряжения под себя боец может добиться максимально возможного соотношения комфорта и продуктивности в использовании. Подбирая снаряжение под вводные конкретные операции, размещая нужные ему подсумки под свои предпочтения, повышая качество и результат своей работы. Может использовать нужное снаряжение непосредственно под спецификой операции, будь то рейд, поиск, наблюдение за объектом и прочее. Еще одной из изюминок Velmet стала разработка собственного комплекта тактической экипировки «Дивана» для подразделения Special Force, специальных подразделений, как называть их на Западе. Униформа производится в цвете MTP. Она прошла многочисленные тесты на пригодность в частях специального назначения. Показала себя как надежное, продуманное решение для выполнения специальных задач. Имеет продуманный крой, нужные карманы, а уместные доработки в планах удобства были предложены самими сотрудниками силовых структур за время испытаний. В планах команды Velmet Armor System глобальное расширение ассортимента тактической экипировки, выход в продажу EDC пауч под сумков и органайзер, что не может не заинтересовать любителей милитари стиля, гражданский сегмент рынка и непосредственно военных. В общем, впереди еще много интересного. Я уверен, что Velmet имеет отличные перспективы претендовать на звание передового разработчика тактического снаряжения в нашей стране. Так держать, только вперед!